Все, беги! Беги нахер! Едем. И долго ты, блядь, стоять будешь? Этого садись! Кармина, Кармина. Ебать, ты куда улетела? Кармина! Итак, ребята, снова всем привет. И в предыдущем выпуске мы с вами остановились на том, что нам надо спасти священника Джерома или Джереми. Хрен знает, как его там зовут, но мы с вами, кстати, почти приехали. Кстати... Нет, фоткать через него нельзя. Значит, все-таки я не дурак. Стоп. Стоп. Я уже понял, что ты наверху. Чуть не сдох. Их слишком много. Да не ори ты. Записка вызовшего. Рамон. Нам нужно объединить людей, они не доверяют друг другу. Противостоять рейдерам так же, как до того энденчикам не получится. Мы все ложимся спать с мыслью, что наши соседи нас ограбят, потому что после коллапса так и происходило. При таком недоверии сопротивлению не бывать. Джером. Другу Джерому нужна помощь. Их слишком много! Вот, спасибо. Мы с пастором Джеромом нападаем на конвои и освобождаем пленников. Но в этот раз все пошло наперекосяк. Мы тормознули один грузовик, а потом нас неожиданно атаковали рейдеры. Они схватили Джерома. Мне чудом удалось спастись. Бог знает, куда они отвезли Джерома. Может, что-то в том грузовике сможет навести нас на след. Это недалеко отсюда. У тебя кишка не тонка. Скоро окей. Я отделю ее от твоего тела. Меня окружили! Так, стой, блядь. А ну-ка. Нет, сука. Не попал. А где пастор сам? Где сам пастор? Нам надо открыть журнальчик. Возвращение Джерома. Отслеживать. А, он аж на там. Он совсем в другой стороне. Да, действительно, кто может стрелять? Да, я на тобой, детка. На, нахер. Ага. Да, сука. Так, блин, я тачку нашу забыл. Надо на нее сесть. Где она? Где моя тачка? Нет, не эта помойка. Вот моя тачка. Боже, боже, боже. Дура, садись быстрее. Все, молодец. Хорошая дура. Воду, 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 воду. Еще один есть. Во. Найдите подсказки, выясните, куда уехал конвой. Я чуть-чуть это промазал. Ну ладно. Ты как здесь оказался? Приказы рейдера. Один чокнутый святоша с дробовиком нападает на наши конвои. Мой бот хочет пообщаться с ним как можно скорее. Если схватите его, вы везите на старую ферму Келлетов, и мы отправим его на допрос. Ну вот и подсказка. Освободите Джерома от охраны. Джером, мы идем, братан. Мы тебя спасем. Как сильно он постарел? Только мне интересно, за 17 лет. Вау! Блять! Блять! Догоняем, догоняем, догоняем. Тихо, тихо, не агрессивничайте. Бля!
Стопэ, я догоню тебя. Я тебя спашу, Джером. Сука. Надо им по колесам стрелять. Стой. Подожди, надо выровняться. Ты откуда стреляешь, сука? Все, да? Да, блядь, ты охуел? Ты охуел? Джером, беги, блядь, там машина горит нахер. Пиздец. Сука, освободите Джерома. Это надо как-то грамотно сделать, тихо. Сейчас освободим. Руины ранчо Келлетов. Обнаружено новое место. Так. Сейчас мы тихо это все сделаем. Мне тут подсказали, что у рейдеров появились грузовики с кучей всякого полезного добра. Да, ты вовремя. Попробуй их отбить, это может нам здорово помочь. Ты так вовремя эту хуйню мне сказала. Что пиздец. Пастор Джером, вот он. Бля. Придется так идти. Все, беги! Беги нахер! Сука! А, сейчас распидорасит. Блять. Все. Убит. Всех убили нахер. Да, так и живем. Живем и выживаем. Чё-то там не единственный. Меня зовут Джером. Спасибо за помощь, но у нас еще много дел. Капец, ты постарел. Они хотели отвезти меня в старый дом Раи, где держат пленных. Собирались пытать. Помоги мне спасти этих людей. О, ладно. Так уж и быть. Куда мы денемся? Чтобы не помочь старому старине Джерома. А теперь нам бы... сейчас я просто хочу вот это все подобрать. Вот это все, это добро. Вдохни и выдохни. Так, пятый вижу. Вон он слева. Титан забрали. Ай, стой. Нет, я не хочу с тобой говорить. Не хочу с тобой говорить. Ты мне не интересна сейчас. Пятый. А где шестой? О, да ну, хера. Подожди, а как тебе достать? Блять, точно. Давай взломаем. Титан — это нужная вещь, без титана никуда. Титана надо взять, берем 20 штук целых. Патроны не надо. Только... Да, вот, все. Все забрали, все облутали. У нас тут записочка, ну подожди. Записка рейдера. Не забудь никогда больше не брать с собой на вылазку недомерков. Чертовы дети думают, что это лишь пушки и слава. Я устраиваю вот истерику, когда выясняется, что большую часть времени нужно латать покрышки и колонки выживших. Жаль, я не могу их просто оставить в какой-нибудь канаве. Так, постой. Блять. Я не так хотел. Я хотел вот... Ну-ка. Нет, сюда я не хотел. Я что-то хотел. Что-то, но... Что хотел, я уже не помню. Записка здесь была.
Еще одна какая-то записка. Вот она, да. Записка Рейдера. Микки хочет наладить работу шахты, так что отрядите туда пару крепких кроличков, если они слишком чахлые. Чтобы батрачить в шахте, пусть отправляются в цех патронов. Если вдруг кто-то осознает, что был неправ, дайте им шанс проявить себя на бойцовской арене. Всех потенциальных вредителей присылайте на старый аэродром, мы с ними разберемся. Господи! Так, тачку надо вызвать... Или не надо? Или надо? Подожди, а мы можем здесь вызвать тачку? Блять, ну там показано, что можем. Садитесь. Едем. Джером, садись. Блять, садись. Ты заебал. Во. Теперь погнали. Нам нужно почти километр пердолить до туда. Ты долбоёб, что ли? Ты кто такой? Отец меня кое-чему научил. Ты кто такой вообще был? Слышь? Кого я только что убил? А, блядь. Водила от бога. Двоих убил. Я обожаю просто. О, да, вот это анимация. Эта анимация просто зашкаливает, блять. Охуенно. Но я не хочу пешком идти, вы чё, серьезно? Точно. Я же можно толкнуть, как будто первый раз в Far Cry играю. Я тут, едем. Ну и долго ты, блядь, стоять будешь? Стоит этого делать. Садись! Дебил. Ты дебил или как? Садись, говорю я тебе. Я думала, мне конец. Молодец. Заебали вы уже. Да, на небеса мне пока рано. Так ты садись в машину вовремя. Если тебя, блядь, туда рано. Ладно. Этого никто не видел. Этого никто не знает. Все, не смотрим назад. А только вперед. Мы добежим. Мы спортсмены с тобой. Сейчас пробежим быстренько марафончик и добежим до туда. Ну и по пути. Блин, стоит ли этого делать? Или не стоит? Или все-таки стоит? Нет. Он съебался, сука. Ладно, ладно, мразь, тебе повезло в этот раз, но в следующий раз, если я тебя увижу, тебе пизда. Это, кстати, место тоже я знаю, оно было в Far Cry 5, но я не могу его сфоткать. Пока что, может нам по сюжетке дадут фотик какой-нибудь. Потому что я нажимаю на Z-ку, а он не хочет фоткать, он только задает маршрут и все. А через главное меню он тоже не фоткает. Зачистите область вместе с Джеромом. Рай и дочь. Я думал, написано рай и дичь. Как-то неправильно прочитал первый раз. Так, вот нам здесь собраться. Тихо, блядь. Вот так тебя в подмышку побрили. Осторожно, там враг! Осторожно не будет, осторожно. Залезем на крышу. Блять, ты чё, долбоёб, что ли, сука? Пленников не трогай! Они мне очков на... очки навыков дают! Стой. Я тебя тоже вижу, все. Все. По кайфу. Записка.
прочитаем. Записка рейдера, ты молодец, мы это знаем. Место просто отлично, много клеток, переместиться, есть открытый участок для перевоспитания. Все проблемные кролики станут шелковыми, как только увидишь, что здесь творится. Я справлюсь за необходимым нам снаряжением. А, я отправлюсь за необходимым нам снаряжением, господи. Собери, ребят, мы оборудуем лагерь, когда вернусь. Новую очку наука. Так. Я тебя освободил. Блять. Стой. Все? Это все? Джером Джеффрис. Но все зовут меня пастор Джером. Я ценю твою помощь. Похоже, помогать твое призвание. Раньше я был тут один такой. Микки и Луни остановятся, пока не высосут из округа Хоуп все соки. Им плевать на тех, кого это затронет. Нам нужны те, кто сможет дать им отпор. Я готов следовать за тобой. Правильно. Союзник? Считай, ты его нашел. Само собой. Рай и дичь мы выполнили. Так. Пастор Джером, братан, новый с нами. Точнее, старый. Любая мелочь сгодится. Я не понимаю таких людей, как Джером. Какой толк от спасения других? Нужно стараться для себя. Блять. Ты дебил. Ой, дебил, блять. Я идиотик. Просто идиотик. Я ранена! Сука. Ладно, ладно, я тебя еще взорву, мразь. Я тебя спасу, нет? Меня попали, да. Да не волнуйся. В тебя попали, но я тебя спас. Ну, нам еще... Что еще осталось? Да, конечно. Это теперь моя база. Что хочу, то и делаю. Все. Да вы заебали, что вам всем надо от меня? Я просто хочу найти свое добро и съебаться отсюда. Титан. Тайтон. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Нет. Тут ничего. Или чего? Еще две. Ну, блин. Не хочу сюда залезать. Сыкло? Я сыкло? Ты это сейчас серьезно, сука? Я сыкло? Все? Умолкнул? Так. Куда теперь? Я вот эти маленькие местности еще не обследовал. Ну хрен с ними, это не важно. Нам теперь надо с тобой... Мы можем пойти так, к сокровищу. Вот так, знаешь, вот потихонечку мы с тобой идем, не торопясь. Зачем нам торопиться? Это всякие задротяны там за чуть ли не полсуток проходят игру. И потом этим хвастаются. А мы с тобой вот так вот по атмосферочке, не торопясь, берем и исследуем этот мир. Всеми нам знакомый, только немного... Измененный. И кайфуем. Блять, патронов нет, сука. Я только сейчас заметил. Мы, короче, просто с тобой берем и кайфуем. Исследуем все. Не знаю, может быть, кому-то вот это все и не интересно. Вот это вот хождение. Там туда-сюда, туда-сюда. Но это прикольно. Это Far Cry. Он мне всегда за это и нравился. Ну, конечно, чтобы не затянуто было.
Но все пробегать быстро я не вижу смысла. А, что, засало, да? Засало. Похороним. Хороните. Ну, блин. Одну все-таки хрень мы не нашли. Ну, хрен с ней, ладно. А может быть и найдем еще? Ну, навряд ли. Нам и так на все хватает. Пошлите дальше. Нам бы только на тачку бы сесть с тобой. Я вон вижу, тут тачка недалеко. Рейдерская. Даже не рейдерская, а обычная гражданская. Она догонит. А она пусть пешочком. Ей полезно. А мы с тобой на машине погоняем пока. Припасы обнаружены. Они, мы к ним же едем как раз. Или это другие припасы? О. И у нас еще есть свининка здесь. Падаль. Падаль. Так вот свинину называют. Падаль. Охрененная падаль, что сказать. А, о, на нахер, блядь. Идите нахуй. Иди нахуй. Просто. Нам не до тебя сейчас. Вот, бля, блядь. Я победитель по жизни. Выхожу из машины, когда она в нормальном... уже состоянии, блять. Я лучше ваш моцик возьму. Он мне больше нравится. Правда, с него можно упасть кверх ногами и потом не встать. Пол мертвого пса. Что же это такое? Подожди. Ну, давай, ладно, давай посмотрим. Чё это за хорм... хорм, блин, корма. Мертвого пса. Если здесь что-нибудь такого интересного, достойного моего внимания и, конечно, твоего. Ну, чё-то вроде есть. Чё-то есть. Но... Что-то как-то бедненько и скудненько. Все, это весь холм. Ну ладно. Я думал, здание хотя бы какое-то будет. Ну, как-то скудненько все пацаны здесь пораставили. Ну ладно. Опять я просрал свой моцик. А искать не очень-то лень. Вот, сука, вот я ж тебя хочу взорвать нахер. Блять. Сука, вот была бы у меня... А? Да. Я сказал, я тебя убью, все. И он наш моц, кстати. Мы его нашли. Как раз. Так что не зря я тебя убил. Я же обещал тебя убить. Как тебя увижу. Я тебя увидел, я тебя убил, все. Как и полагается. Постой. А это что такое? Это ничего такое, да? Просто какая-то хрень. А все же, вот... А-а-а, это же старые вышки, которые были раньше. Far Cry 5, блядь. И они повалились теперь. Зато есть новые вышки. Ой, тут я охуел там, что ли? Совсем охренел? Распоясались тут без меня, блин. Нам надо вот на нее сесть. Вот это законная тачка. Порядок, едем. Стой, блядь!
Да ну нахер! А как? Как она взорвалась? Ну пиздец. А я еще такой сижу. Думаю, блин, что это такое? Как-то странно, я себя некомфортно почувствовал, но я понял, это слишком поздно. Но главное, что я вышел. Фиг, ладно. Такс. Опять лента. Сейчас добежим, тут недалеко нам осталось до клада. И там уже наша снайперша нас ждет. Ой, заебань. А, ну все. Мне даже делать ничего не пришлось. За меня все делает Кармина, Амина, или как ее там зовут. Я имя не могу запомнить. Да, да, да. Блин, надо было тачку взять. Ну ладно. Что-то я поздно об этом подумал. Если бы та, сука, бы не взорвалась, все было бы заебись. Я прикрою его. Сука, ты чё, охуел? А вот эта тема, кстати. Да вы чё, долбоёбы, что ли? Совсем сиську тебе. Жестоко, но с вами никак. Вот реально с вами, сука, никак, блядь. Едем. В соседнее село едем. 300 метров. Он, а, он уже не достает по нам. Своими патронами. метров, ну, не так уж и долго ехать. Пешочком, конечно, это не очень. А это что за безобразие? Что это с деревьями стало? Здесь радиация или что? Наверное, радиация. Что-то прям... мертвое место. Мне не нравится это. На. Ха-ха-ха. Подпалили улей. Ничего интересного, правда, не было. Что это за белая хрень? А, это машина. Это у нас машины так стоят. Странным образом. Глазик, мастерская Силана. Даже здесь, суки. Читаем, записка рейдера. Чуваки, Силана сам сказал, он сделал мастерскую именно такой, чтобы тренировать наш разум и тело. Если мы хотим хоть наполовину приблизиться к его мастерству, мы должны следовать его примеру. И никаких отмазок. Так что кончайте ныть, что в комнату с припасами так тяжело попасть. Радуйтесь, что Силан вообще разрешил нам учиться у него. Высокое искусство, тайник. Ага, хрен тебе, гранатомет хочешь достать. Отлично! Сучоныш. Хитрый сучоныш. Заперто, да? Едва принесло. Припасы, припасы. Медь. Дымный порох. Не знаю, это все нам, наверное, нам нужно. Если мы хотим все скрафтить с вами. Блин, ты не хочешь открываться. Какого хера? Какого хера ты не хочешь так просто мне открыть дверь? Заперлись там и все. Занимается грязными делами. А, подожди, подожди, сука. Нет, нет, не дают нам залезть. А ну-ка. Нет. Странно. 10 метров. Стой. А что ты нам хочешь? А, ёб. Банный стыд.
Даже так. Подожди. Нам бы теперь... Во! Как мы это все хитро сделали? Нет, тебе нельзя, чтобы ты упал. Сделать. У нас опять всякие припасики. Припасики. Что здесь у нас еще есть? А там кто-то обстреливается. Так, вовремя. Дневник ученицы. Попытка допрыгнуть с подземника на второй этаж привела к травме. Слава богу, Силан меня не выгнал. Он просто сказал мне повернуть винтель, чтобы поднять машину, и добавил, что лишь через боль мы можем осознать безмятежную красоту жизни. Какая глубокая мысль. Это стоило пары переломов. Понятно, почему он у нас главный. Да, пару переломов. Так. И это записка ученицы. Всем привет. Нужно, чтобы кто-нибудь повернул винтель наверху, тогда я смогу попасть в комнату с припасами. У меня повреждены обе ноги. Спуск по тросу закончился неудачно. Силан говорит, что просить о помощи это нормально, так что даже не думайте стучать на меня. Ох. Как шумно. Так. Ну, нам сюда, да? Или нет? Или да? Или нет, или да? Подожди. Я просто вижу винтель, который надо повернуть, или как? А, мы к нему и не пройдем. Ну-ка, стой. Нет, ты так не работаешь. Это плохо. Так бы было бы все гораздо проще. Ну ладно. А нет, это записка. А как тебя повернуть? Стой. Подожди. А, все. Все, я понял. А нет, я ни хрена не... Или я понял все-таки. Подожди. Мы залезаем с тобой сюда. Есть среди рейдеров рука. Да, все правильно. Как-то просто это что-то выглядит странно, малость. Ну все, подняли таченьку. И вот наш тайник. Ае, о да. Обожаю это. Замедление, когда ты все собрал. И такой заходишь. О да, детка, это все мое. И у нас получено 3 очков. Очки навыков. Сейчас только заберем наш титан. И да. Кстати. Используйте их в магазине кредиты. Ну, мы знаем. Берегись, там пчелы. Силон, помнишь девчонку, которую я притащил несколько месяцев назад? Тихая такая, вечно ножи с собой носит. Так людей кромсал, за руками не уследишь. Заключенные начинают рыдать, едва она достает нож. Думаю, в твоей мастерской есть самое место. Такой талант пропадает на вылазках за припасами. Это ту девчонку, которую из записки я оставляла. А это оно и есть, да? Давай с тобой. У нас по навыкам, я смотрю, уже неплохо. Так. Горелка есть. Что еще есть? Нет, ты не нужен. Нам что-то такое надо. Проворство ускоряет изготовление расходников, минирование, отключение сигнализации, взлом сейфов и ящиков с припасами. Давай. Вот это полезная хрень. Транспорт рейдеров разминируется автоматически. Ну, это читерски, правда. Но... Давай. Все потратили. Все прокачали. Потратили, прокачали. Теперь...
Теперь у нас с тобой дальше Грейс Армстронг. И мы... Это первый остров? Или это все один большой остров? О, не край. А что ты молчишь? А, связи нет. Ну ладно. Ладно, идем тогда к Грейс Армстронг. Это Грейс Армстронг. Рейдеры захватили прототип оружия, над которым я работала. Меня прижали. Нельзя дать им забрать его. Нужна помощь. Кто-нибудь... Ну, мы идем к тебе, Грей. Мы тебе сейчас обязательно поможем. Прям обязательно. Только есть одно но, такое маленькое но. Нам нужен транспорт. Чем быстрее, тем лучше. А... 75 метров, и у нас там что-то есть. Какое-то сюжетное задание еще. Не, ну мы и так идем с тобой по сюжетке, по сути. Просто я хочу так потихонечку продвигаться к главной цели, освобождая наших друзей старых, которые нам пригодятся. Обязательно. Говорят, у Грейс украли что-то ценное. Она столько всего сделала для процветания. Мы должны ей помочь. Вроде она пряталась где-то на... Ай, блядь. Мы и так не идем. Ты мне Америку не открыла, знаешь ли. Когда-нибудь понадобится. Так. Дьявол. Гори ясно, чтобы не погасло. Здесь опасно! Опасно, небезопасно. Все, да? Блин, давай возьмем. Она взорвется. Как тебе удалось пережить крушение? Или я мало в тебя пострелял? Неужто я мало пострелял в тебя? Да ладно, серьезно? Че я парюсь? А как взрывать? Я уже забыл. Ну ладно, не так пойдет. Поехали тогда, Грейки. Тут не так далеко. А Кармина не села с нами. Сука. Ладно, давай так поедем. Как ехали рейдеры. Барибал, третий ранг здесь обитает. Неудивительно. Блядь. Чуть не ебабанулся. Ой. Чё так... Блин, какой он медленный. Так, а вот и... Грейка. Она здесь. Я вижу. Но только она не около своей церкви. А, кстати, о церкви. Надо было ту церковь-то посмотреть. Я ее не обсмотрел. Что-то снова этот звук. Забегался и не посмотрел. Ну ладно. От меня не скроешься! Так, стой. Стой, Блэд. Нам бы сейчас пушечку какую-нибудь бы достать. А то с револьвера, конечно... Прикольно стреляет, но, блин. О, обнаружен перс, наконец-то. Сука. Таблетки. Обезболивающие. И что ты встала? Работай давай. Свалка. Ой-ой-ой. Неплохо. Мы могли бы друг другу помочь. Давай, поговорим с тобой.
Кармина, как же я не догадался. Чё у неё со зрачками? Спасибо. Ты тот самый чужак? Ты попортил рейдерам немало крови. Супер. Наконец-то молодежь включилась в борьбу. Я Грейс. Не будь я слепой, как крот, сражалась бы вместе с тобой. Я уже не та, что прежде, но все равно стараюсь быть полезной. Осознав, что я уже не могу целиться и стрелять, как раньше, я смастерила печалька. С учетом этого. Если честно, я воспользовалась твоей идеей. Добавила пару прибамбасов. Будь я понаглее, сказала бы, что это лучшая пушка в округе. Вот только рейдеры украли ее у меня и спрятали в старом депо. Там они хранят все, что отбирают у местных жителей. Будет непросто, но поверь мне, рискнуть стоит. Найди пушку, забери украденные припасы и перебей всех, кто встанет у тебя на пути. Я тебя понял. Кайфолом. О, песик. Песик, давай погладим песик. Не будем его трогать. Это хороший песик. Только я хочу здесь облутать и прочитать. Новые жители случайно натолкнулись здесь на эту слепую старуху. Казалось, она тут мастерила охерительное оружие. Хрен знает, как ей вообще это удалось. Короче, мы сразу же отправили пушку в старое депо. Микилу будут в восторге. Мы же пока пошаримся тут немного. Может, старуха тут еще что-нибудь прятала. Ладно, мы посмотрели. Все, да? Детская площадка. Я люблю свою семью, но иногда мне нужно отдохнуть от них. У тебя есть семья? Да ты чё? У тебя же вроде ее и не было. За столько лет появилась. Пиломет. Опробовала пиломет еще раз. Конечно, кое-что еще можно подкрутить, но пока я вполне довольна. Он быстро перезаряжается, быстро метает пилы. Самое главное, что промахнуться почти невозможно. Значит, я смогу им пользоваться, несмотря на то, что мои глаза уже не те. Так я бы тебе свой бы отдал и все. Какие проблемы? Рейдеры как тараканы. Их надо давить, не задумываясь. Да-да-да, тараканы. Еще те тараканы. Такие противные, страшные своими масками. Так, припасы. И записка пиломета. А, то же самое. То же самое, на удивление. О! А я... Стой. Вот вход. Здесь нельзя так выпрыгнуть. Да, ну ладно. Ладно, мы тогда здесь все обсмотрели. Одну только запчасть не взяли. Но это не суть важно. Наверное. И что у нас по журналу? Спасите Раши, мы спасем. Многие жители группы забрали. Ну вот это давай выполним с тобой. 1000 слов мы не можем пока выполнить. Тайники нет заданий. Вот сколько мы уже квестиков выполнили. Неплохо так. Идем. Продвигаемся. Поехали. А, ты с нами не поедешь, да? Печалька. 1,5 километра к километру. Нам добираться до точки. До старого депо. Я надеюсь, мы около старой церкви еще побываем, как минимум один раз, потому что нам надо это будет дело сфоткать. Когда нам дадут возможность. Кармина, Кармина. Ебать, ты куда улетела? Кармина! Пиздец. Я под обстрелом. Чё с тобой? Помоги мне. Вот так вот. Пиздец, Кармина, ты так не пужай меня больше. Понимаю, тебе хочется как твой батя летать, но, блин, всему свое время. Он тебе самолет даст, и мы полетаем. Садись! Что, блин? Тупая дура, садись. Да ну тебя нахуй. Необъяснимо, но факт. Как это происходит?
Скажите мне, пожалуйста, как это происходит? Ну, это Far Cry, детка, нам. Я, в принципе, не удивлен. Ну, ладно. В Far Cry происходит всегда всякая хрень, блядь. Но не настолько, чтобы... Боже, блядь, я не хочу умирать. Заебала ты. Вот что значит столкнуться в лобовую. И вот такая хуйня творится, блядь. Живи! Иди. Слыхай, я хочу тебя оседлать. Ты ебанутый. Ты ебанутый на всю голову. Ну ладно. Но я тебя оседлал. Кто-нибудь объясните мне, как это произошло. Поехали. Мы упустим этот момент. Никто этого не видел, ахрен с этой свиньей, ладно. Нахрен эту падаль. И у нас тем временем надо доехать, у нас целый километр. А это новое место, перевал наказания. Давай зайдем, посмотрим. Ой-ой-ой. Ты чё там? Ты чё там делаешь? Чё это такое? Как тут тихо? Перевал наказания один из четырех. Во! Из... На, смачно. Оу, щит, там кого-то раздирают. Медведи раздирают. Глазик. Давай, заберемся. Глядишь, что-то есть. Помогите, помогите. Я что-то... Что-то... Вот. Все, теперь я понял. Теперь сюда. И вот четвертая здесь, да? На верхушке. Если будет на верхушке, тогда я просто предсказатель от Бога. Если нет, то... Я не предсказатель. Логично. Я предсказатель от Бога, все. Я экстрасенс. Я знаю, где все расположено. Только... Прыгать. Есть ли смысл прыгать тут? Тихо! Все. Дай вот просто заберусь сюда. Посмотрю. Чё это такое-то? И как это понимать? Ладно. Падаем. Ух, ладно, идем дальше. Убил, молодец, нам бы транспорт. Где мы сейчас вообще? О, подожди. Что это такое? Какой-то заводик. И мне подсказывает мое фаркраевское чутье, что это аванпост. Просто такая крупная точка должна что-то из себя представлять, сука. Джереми! Джером, помогай мне, братан. Стреляй эту тварь нахуй. Блять, заебало. Убей ее нахуй.
На. Ну а нахрен, вот так ты ее, правильно, я тебе даже помогу. Я тебе даже помогу, Джером. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот ее давай. А! Так нечестно сбегать. Сначала покусала, а теперь сбегает. Падла, а? Противная кошка. Только не дай бог ты отхилишься. Вот не дай боже, я ж тебя ща убью. А-а-а, Джером, помогай мне, я сейчас умру. Джером, стреляй ее нахуй. Да, вот так вот ее. Вот, давай. Вот так вот ее, все. Мы получили пуму. Это четко. Блять. Че ты камикадзе, сука. Ладно, ладно. Ладно. Пума ранг 3 здесь обитает, мы уже знаем. И без подсказок. Но я просто посмотрел, чтобы она не светилась. Здесь у нас аванпост, спиртзавод, конечно. Конечно же, спиртяга здесь они у нас промышляют. Бухарики. А, и потом... Побег здесь. Собачка, клад. И... На удивление, мы уже здесь много чего обследуем. Только у нас-то с тобой. Нам надо их всех отметить. Где они? Где эти мрази? Ну, двоих вижу. А еще? Все, больше никого не вижу. Не вижу. Да хрен ты меня увидишь. Я ниндзя. Так, вот лук. А, кстати. Перемещаюсь. О, блядь, тихо, блядь, тихо. Тихо, нахуй. Во. Ножички, это опасно. Никогда не играйте в ножички. Отсоси, ничего ты дерзкий. Сейчас ты у меня отсосешь. Бля. Зачем я это сделал? Сука. Нихрена себе. Отсоси, мне сказал. Прикинь, он мне сказал отсоси. Мразь. Враг вызвал подкрепление. Ой, блядь. Как же больно. Ой-ой-ой-ой-ой, нет. Сейчас я тебя поджарю, сука. Жиробас. Да нет, не слишком. Как раз таки нормально. Вот это, вот с дробаша еще ни разу в игре не стреляли. Давай, попрактикуемся. А где остальные чучелы? Чучелы, миучелы. Во. Тут живой еще? А, это другой, это второй. Ты че так долго перезаряжаешь, блять? Так. Он снайпер. Снайпер против снайпера. Только знаю я лучше, детка. Блять, ну ты встань. Во. Заебись просто. По кайфу. Мы захватили с вами новый аванпост. Спиртзавод. Захватили ложе бухариков. Теперь бухать не будут. Все. Этанол. Углеволокно. Космическая обезьянка. Обезьяна. Так. Ну, мы можем сейчас оружие поменять.
Можем с тобой сейчас и оружие поменять, и что-нибудь еще сделать. У нас здесь какой-то шарик большой такой. А здесь что-то все опиумом покрылось. А вот здесь, наверное, сектанты и это... Сида. Расположились, у меня такое предчувствие. Недаром здесь все вот опиумом. Все окружено. Вот крут, такой... Что ты хочешь нам сказать? Говорят, на свалке стоит какое-то адское приспособление. Человеку, который угробил на это столько времени, явно было что защищать. Ты лучше проверь, что там. Вот это по-нашему. Собирание клада, это по-нашему. Это было предрешено. Что было предрешено-то? Что ты там? Что ты там несешь? В принципе, все здесь. Давай посмотрим по оружке. А почему я вас снимаю? Для создания оружия требуется верстак уровня первого. Это надо создавать все подряд, выходит, чтобы прокачать тебе. Или это в навыках есть? Не, ну мы создадим. No problem. Я создам. Я хочу с разных этих пострелять. О, вот это тема. Давай тебя. Тебя тоже создадим. Все создадим, только ставить тебя не будем. И тебя создадим. Тебя тоже ставить не будем. Лук. Лук вот это тоже. Не зря же я все это лутал, чтобы потом взять и... У нас все это было. Добро. Все. Да, изготовить? Нет. Нет. Ну, я здесь все создал на первых оружках. Не знаю, стоило ли это того или не стоило. Потому что нам так что-то не дают создать просто так это дело. Вот это мы можем купить, но нам не хватает никак. Печалька, это все заблокировано. Давай посмотрим по навыкам. А, навыков у нас и нет. Самого, чего такого у нас нет. Наверное, здесь это и есть изготовление. Нет, не припасы, нет. Увеличить запас аптечек. Быстрое убийство, ага, всего все оружие. Вот три вида оружия прокачать, у меня ничего уже нет. Я все всрал. К бою готов. Перезаряжать полуавтоматический пистолет или снайперскую винтовку во время прицеливания. Вот это, кстати, прикольно. Вуаль. Пулемет нагревается медленнее, навыков на самом деле, вот что-то здесь они это... Поленились. С этим всем. Что по испытанию? Убивать рейдеров из огнемета. Хорошо. Все будет. Из РПГшки тоже все будет. Все мы это сделаем. И... Тогда, наверное... Можно... Не знаю, стоит ли... Давай ему так оденем пафосными. Хотя нет. Зачем нам пафос? Давай... Вернем нашу шляпу. Вот курточку я переодел бы ему. Ха-ха. Ну это пафосно как-то не подходит ему, мне кажется. Давай вот так вот. Вот это прикольно. Нет, бороду тебе не надо. Тебе без бороды лучше. Пусть вот это будет. Хотя, это не сочетается. Во. Так, более-менее. По перчаткам у нас. Что-нибудь интересное есть? Ну, такое пусть будет. Во. Тоже прикольно. И я думаю, для... На сегодня стоит с Warcry'ем закончить. Собственно, мы и так... Неплохо так повеселились, посмеялись, поугарались. И у нас останется
кайфолом, там всякие дополнительные квесты, которые тоже, кстати, интересные, тайники, ну и прочие веселье Far Cry, который так не перестает меня радовать, хоть и сюжетка, ну, такая себе, далеко до пятой части, но весело, прикольно. И хочу сказать всем спасибо за просмотр. Если досмотрел этот ролик до конца, то обязательно поставь лайк, оставь свой комментарий. Нет, для меня это очень важно, мне в конце концов будет приятно. Ну и увидимся с вами в следующих выпусках по Far Cry и в других играх. И всем до встречи, ребятки, и всем пока.